Здрасте. Как хорошо, Владимир Иванович, чего очереди нет. С Калининграда посылочка вроде приехала. Наталья, можно листочек один, а? Спасибо. А то дядя Володя заждался уже. Ух ты. Глянь, не маленькая. Не маленькая, Вов. А? Сейчас домой поедем. А потом поедем с Гугурузой. Долгий дорогу, знаешь? Да не, наверное, сегодня не поедем. Поедем, сегодня надо взять Гугурузу и... Тише, мы потише. Долгий куши, а то он уехал И опять начал ерундой заниматься. Тетя Оля, тетя Оля. Тише, не шуми, Владимир Иванович. Кукурузу надо взять, и швей, и дробленку. Давай с посылкой разберемся сначала. Да. 10-308. Вот она. Спасибо, Марин. Пожалуйста, приходите. Калининград, Владимир Иванович, побаловал. Открывай дверь. Да, я пройду вперед. Смотри, не урони. И тяжелая? Нет. А то давай, я помогу. А, Владимир Иванович, давай, помогу. Подожди, подожди. Ерунда. За кукурузой надо ехать, за ячменем и за дробленкой. Сейчас поедем ко мне домой, а потом в долгий кухне. Видите? Там черненький пакетик написали, мне положили, Владимир Иванович. А? Подгон. Так что смотри, не попутай там. Ой. Все, так вот и оставляй. Вот так оставляй, да. Пойдет, пойдет. Никуда не денется. Закрывай скорее, холодно. Побыстрее, Владимир Иванович, побыстрее. Ерунда! Да то не ерунда. С Калининграда. Ты понял? Ага. Ирина и Денис с Калининграда. Знаешь? Ну, теперь уже знаю. Раньше не знал. Ты что, сегодня рано встал? А? Во сколько пришел на линию? В 6 проснулся. Что-то рановато. Я в 8 уже уехал. А потом ноги попарило и опять полежал. В 7 часов пошел из дома. А потом пришел, опять полежал и пошел. 8 часов. Центр наш, друзья. Ерунда. Я понимаю. Что ж там положили, интересно, Владимир Иванович? Сейчас поглядим.
Сейчас откроем и поглядим. И поедем за кукурузой. За ячменем и за дробленкой. По-моему, штиблеты новые там тебе должны быть. Новые штиблеты, ваше благородие. Я, по-моему, помню про них. Ботиночки тебе, дядь Вов. Ерунда. Да это уже не ерунда. Это уже как надо, Владимир Иванович. Ерунды никогда не было. Ты понял? А? Прибыли. Сейчас за кукурузой поедем. Приведем домой. Пойдем. Забирай посылку. Сейчас пойдем. Ерунда. Дверь как надо закрывай. Так и не закрыл. Вот точно. Ну, пойдем посмотрим. Друзья, всем привет. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем рады всегда. Пишите, кто с какого города. Всегда интересно. Ну, смотрите нас на этом одном единственном канале. И в остальных других соцсетях. Телеграм, Инстаграм, ВК, Одноклассники. Везде есть. У кого сомнения, пишите. Голосовым буду подтверждать. Лично. Закрывай дверь. Закрывайте. Ну чё? Сейчас в лужи поедем. Сейчас открывать будем. Нос вот на столе как раз. Как надо. Шашлычок. На 1 мая стоит. Шутка, конечно же. Ты куда, Владимир Иванович? Я посуду. А, давай, давай. Начинай. Аккуратней смотри. Да не туда ты ковыряешь. В щель найди сбоку. И режь, Владимир Иванович. Ты что, не знаешь, как надо? Ты не так делаешь опять. Ну да ладно. Сейчас откроем. С другой стороны. Надо перевернуть. Вот, переворачивай на ту сторону. На другую сторону переворачивай. Точно так же, только на другую сторону. Смотри, где там вверх, где низ. Давай я, наверное, открою, дядь Вол. А?
Ты что, скотч будешь отлеплять? Так долго будет. Вот как-то так, вставляй, да, и разрезай по линии. Может, разрежешь с краю? С краю разрежешь ножом. Разрезай так по линии дальше до конца. Ну, вот как-то так. До конца разрезай со всех сторон. Со всех сторон, Владимир Иванович. Оба. Вот они, чоботы тебе новые, я тебе говорил. Смотри, какие здоровские. А? Что там, ты хоть говори. Колбаса, творог, 100 рублей. Ерунда. Да ложи ты сюда, что ты носишь на стол. Посмотри ты здесь. Посмотри ты здесь, потом отнесешь, положишь. Здесь ложи на кровать. Вот еще 100 рублей. Еще 100 рублей. На кровать ложи. Зачем? Гля, какие сапоги. Вот еще 100 отлично. Рублей. Отлично. О, ты видал. Конфеты. Ложи сюда. Вот еще 100 рублей. Угу. Конфеты. Шпроты. Шпроты. Халва. Халва. Горох. Горох. Ну это куда ж без гороха? Скумбрия. Скумбрия. Обжаренная килька. Ого. Отлично. Вот еще 100 рублей. 500 рублей положили. Носки. Ого. Все как надо тебе. Сахар. Сахар. А это что, Сань? Ну открой, ты смотри погляди. сам смотри. А это что? А это чего? Рыба, наверное. 7 узлов. Ого. Филе сельди. Все, селедка, Владимир Иванович, селедка. Филе сельди. О, филе сельди. Ну, смотри, что там еще. Азерчай. Азерчай. Ага. Колбаса. Во. Колбаса. Люди знают. Этот пакет мне писали. Давай сюда. Какой? Вот этот черненький, да. Это мне. А что там? Консервочки, здесь? Владимир Иванович, тоже. Консервы. Носки. Носочки. Вот мой пакет. Икра и консервы. Спасибо, друзья, спасибо большое. Ирина и Денис, Калининград. Коробок на улицу, сразу в мусор. Зачем? Ну потому что зачем он тебе нужен? А я его выкину. Я его выкину. Ну что, какие планы? Дай себе покурю. Дай себе орету. Планы какие? Ерунда, 100 рублей дай. У тебя пока есть. 100 рублей не хватает. Знаешь, Саня. Хорошие подарочки. Наверное, ботылы надо одевать новые, Владимир Иванович. А? Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Я тоже так думаю.
Калининград, спасибо. Все как надо. Сапоги бери. Сто рублей дать. Да сейчас дам, подожди, мы же еще не поехали никуда. Ну чё, нормально? А, Владимир Иванович? Ага. Не малы? Нет, нормально. Ерунда. Во, вот это бурки. Как твое, да? Ну да. А что здесь? Консервы с икрой. Свет. Шпроты. Ну да. Это ты куда отложил? Это тоже с пакета с моего, Владимир Иванович. И корка, да. С моего пакетика, не перепутай. Это взять? Это тоже там лежало, все мое. У тебя же вот все здесь, на кровати. На. Дай 100 рублей. Ну, поехали. Что, там дам, у меня с собой нет. Где? Там возьму, в центре. В магазине? Ну, есть у меня там, да, на счету. Я же не буду сейчас снимать. Где я тебе возьму сейчас? А сколько снимешь? Ерунда, сейчас разберемся. Ерунда? Тебе хватит, дай. 2000 набирать надо или 5000? Лучше 2. Ерунда? Ерунда, Владимир Иванович. Носочки в шифонерик прибери. Бумажки вот эти выкинь. Вот это вот что отрезал. Выкидывай, Владимир Иванович. Это я наведу порядок здесь. Давай сразу вот это убирай. Ну все, друзья, получили мы, показали. Всем спасибо за внимание. Пишите, всем буду рад ответить по возможности. Давай, в машине жду, дядь Володь.